Масленичные гуляния весело и задорно пронеслись по всей территории Одинцовского округа. Одной из самых зрелищных площадок стал парк культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Для самых юных посетителей работали аниматоры, вовлекая детвору в подвижные конкурсы, игры и пляски. Кульминацией детской части праздника стало шоу мыльных пузырей, от которого пришли в полный восторг даже взрослые. Одни резвились у сцены, а другие готовились к костюмированному блиц-забегу, который впервые проводили на дистанции 600 метров. Главным условием для участников было наличие тематических атрибутов. Кто-то шел пешком, кто-то бежал на лыжах, а кто-то даже преодолевал дистанцию с коляской. Некоторые юные бегуны облачились в русские народные костюмы, привлекая всеобщее внимание. Наградой стало масленичное угощение. На финише всех ждали вкусные блины с ароматным травяным чаем. Сегодня в Одинцовском парке обширная, большая, очень интересная масленичная программа. Начали мы для детей. А у нас сегодня хорошая анимация, у нас необычные аниматоры. Сегодня у нас не очень солнечная погода, зато у нас солнечная анимация в виде солнца, комарохов, развлечений, игр –